Я уже 2 года занимаюсь тестированием голосового помощника Маруси. Для меня самым полезным оказался бонус в виде возмещения затрат на спорт. Несмотря на то, что у нас есть зал в офисе, мне в нем заниматься не очень удобно, так как я работаю в основном из дома. Хочу сказать огромное спасибо команде ВК, да, которая отвечает за нематериальную мотивацию, девчонкам, которые просто вернули меня с удаленки в офис. Первое, что приходит на ум, я вспоминаю, это челлендж, который связан с ВК-шагами. Там нужно было пройти 250 километров за 4 недели. Получается, 250 километров — это там чуть больше, наверное, 350 тысяч шагов нужно было за 4 недели преодолеть. И так получилось то, что в последние 2 недели этого челленджа я очухался, понял, что пора эти километры и шаги накручивать, и просто каждое утро я поднимался, бегал порядка 10-15 километров. И это было просто потрясающе. Я очень сильно благодарен ВК, благодарен команде HR за то, что вернули меня к жизни, вернули меня к жизни с удаленки. Я каждый день хожу в офис, я дико счастлив и не упускаю возможности от участия во всех мероприятиях, которые организует эта команда. ВК есть по-настоящему крутая фишка. Это ВК Racing Team. С прошлого года картинг ВК официально поддерживается компанией, нам помогают мерчом, питанием на длительных гонках и оплатой стартовых взносов. Небольшая команда из 5-7 человек стремительно выросла до 100 участников. Мы общаемся, обмениваемся опытом, ищем новые площадки для соревнований. Такой широкой поддержки, как в ВК, я не видел нигде. У нас более 10 различных команд, и я никогда не мог подумать, что, работая аналитиком, я смогу стать капитаном команды по картингу, ну и рейсингу в целом в компании. Очень большую заботу я ощутил, когда началась мобилизация, потому что многие коллеги, сотрудники из HR, из документооборота очень сильно помогали в этот момент. У нас были организованы разные консультации. С нами поболтал вице-президент, рассказал в целом про ситуацию и куда мы движемся. Не было ощущения, что тебя где-то бросили. Наоборот, ты был защищен, было спокойно и за себя, и за коллег вокруг. Неделю назад я вылечил зубы. На самом деле, я, когда учился в университете, я вообще не знал, что такое ДМС. И это для меня было просто, ну, набор букв. Ну, то же самое, что там какая-то страховка. Я вообще вечно буду здоровым. Меня никогда это не будет беспокоить. Но оказалось, что есть зубы мудрости, и они растут у меня неправильно. И в какой-то момент это начало меня беспокоить. Я зашел в приложение, нажал пару кнопок и просто записался на следующий день и их удалил. Так что программа ДМС супер. Уже осенью прошлого года я смог пробежать 10 километров и поставить свой личный рекорд. Это было очень классное событие, московский марафон. Было очень здорово. Команда ВК постаралась. У нас был шатер, группа поддержки, которая помогала мне морально преодолевать сложные участки дистанции. Я очень долго мечтал побывать на ВК-фесте, и в 2020 году компания ВК предоставила нам такую возможность. Это было очень классное мероприятие. 3 площадки, постоянное выступление артистов, очень заряженный движ. У нас был классный лаунж, в котором можно было отдохнуть от жары, пообщаться с коллегами и даже позапускать воздушного змея. Мне очень понравились площадки, организованные партнерами и также бизнес-юнитами ВК-групп, ВК-видео, ВК-музыка, а также игровыми подразделениями. С недавнего времени у нас в офисе появился на ланч. Это компенсация питания. Если ты приходишь в офис, у тебя есть определенная сумма, которую ты можешь потратить на еду. Мне теперь не нужно особо много думать о том, что я буду есть с утра, что я буду есть днем, что я буду есть вечером. С на ланчем я могу прийти, поесть все, что захочу, размеренно, четко и быстро. Еще у нас в офисе есть психолог, но я к психологу не ходил, потому что у нас есть на ланч, я очень много ем, и из-за этого я счастлив. А потом, после того, как я поел, я иду в спортзал и жестко работаю там, потому что у меня есть компенсация спорта. На самом деле у нас супер классная программа компенсации льгот. Больше всего я, конечно, использую на ланч и компенсацию тренировок по спорту. На ланче очень круто, что есть такая возможность не готовить, теперь не покупать и не тратить 1 000 000 денег на свои продукты. Просто знать, что когда ты приходишь в офис, все уже добрые, прекрасные ручки приготовили тебе самый вкусный завтрак, обед и ужин. Ты можешь посчитать свой калораж, ты можешь поесть что-то
ну, не самое полезное, но в любом случае останешься доволен, и это сэкономит кучу времени, которое ты можешь потратить на спортивные тренировки. Отдельное спасибо я хотела бы выразить ВК за их поддержку материнства и за помощь в сопровождении беременности и декретного отпуска. На самом деле это удивительная практика, потому что такого я не встречала ни в одной компании. Моя коллега, у которой был уже ребенок, забеременела, ну, когда пришла работать в ВК, уже вторым ребенком. И на самом деле то, как ее сопровождали во время достаточно трудной, тяжелой беременности, у нее было очень много вопросов, ей надо было очень часто встречаться с врачами, и все это прошло максимально безболезненно, мягко, сподвигло ее на самом деле к рождению еще и третьего ребенка, потому что она понимает, что в такой компании, которая заботится не только о ее благополучии во время декрета, а о ее психологическом здоровье. Хочется собраться с коллегами, но ваш отдел состоит всего из одного человека. Приходите на ВК-фест или на ВК-каток. Это огромный, очень классные мероприятия для всей-всей-всей огромной компании, где есть возможность познакомиться не только с разными департаментами и с разными людьми, но понять и узнать больше про ценности компании, про ее достижения, про то, как она выстраивает свой HR и IT-бренд. Вы сможете покататься на коньках или, например, как на ВК-фесте, послушать ваших любимых исполнителей совершенно бесплатно, встретиться с людьми, попить вкусного глинтвейна, чай, кофе. Это уже не туда. Провести время с пользой. Спасибо большое нашей программе благополучия за то, что, например, я всегда мечтала попасть на Басту, но у меня никогда не было этой возможности, и, наконец-то, на ВК-фесте я исполнила свою детскую мечту. Почти год назад со мной произошел несчастный случай. Меня сбили на горнолыжном склоне, не по моей вине. Долгое время я не могла понять, что не так происходит с моей конечностью. Спустя 6 месяцев я сходила за альтернативным мнением к другому врачу по нашей ДМС и, собственно говоря, получила ответ на свой вопрос, что со мной не так. Было принято решение об срочной, довольно серьезной операции, и с помощью как раз нашей программы ДМС мне как раз оплатили это самое альтернативное мнение, все анализы, всю госпитализацию, также последующее какое-то там ведение больничного, плюс реабилитацию, там физиотерапию, лечебную физкультуру и все, что там было прописано врачом. Очень сильно помогло и морально, и физически, и вообще в целом ощущение, что ты не одинок и не брошен, это то, что больничный 30-дневный также оплачивается, хотя бы было не так сложно финансово. Как-то помогло восстановиться быстрее, чем, возможно, это могло бы быть. Спустя полгода после того, как я устроился, я узнал про корпоративный спорт. Я пошел, сходил на тренировки по волейболу, и вот я уже 5,5 лет занимаюсь волейболом в корпоративной команде ВК. Немного существует корпораций, которые готовы обеспечивать своим сотрудникам такие условия для занятий спортом. Это и спонсирование участия в корпоративных лигах, и оплаты зала, и оплата тренера. Это очень круто, когда компания так заботится о своих сотрудниках. И это не только про спорт на самом деле. В команде мы находим новых друзей, новые связи. Мы улучшаем отношения между бизнес-юнитами в компании. Плюс у нас появился новый формат встреч со знаменитостями. И это невероятно круто, когда есть возможность просто вот так воочию увидеть легенду, например, вот Николая Дроздова. После рождения ребенка в моей семье от компании я получил замечательный коврик. В этом году получил еще новогодний подарочек замечательный. Детские подарки разбиты на интервалы по возрасту, чтобы каждому ребенку было интересно то, что ему вручили, а не так, что положили на полку, и оно там пылилось. Не так давно у нас в компании появилась программа ДМС для детей до года, в частности. Это, наверное, самый такой страшный период для родителей молодых. И иметь возможность в хороших клиниках консультироваться с врачами, ну, это просто очень здорово. Если сравнивать уровень государственной медицины и медицины по ДМС, то, естественно, тут никакого выбора, в принципе, и нету, по сути. Потому что в пользу ДМС это все будет решаться. За это, наверное, хотелось бы сказать отдельное спасибо. Регулярно мы с ребенком наблюдаемся именно в клиниках по ДМС, все прививки по ДМС, и в госклинику реально даже ни разу не ходили. Удивляют усилия, которые прикладываются для того, чтобы порадовать детишек всех возрастов. В этот раз организовали праздник в парке на свежем воздухе. Моя дочь не любит шум, громкую музыку и много людей, но за счет разнообразия активностей и большой территории она могла найти, чем ей заняться и не стоять при этом в толпе. Каждый мог найти занятие по душе. Если честно, взрослые получили удовольствие не меньше, чем дети. Все было продумано до мелочей.
и трансфер, и подарки, и питание, и развлечения. Программа «Забота о сотрудниках» дает ощущение, что ты важен компании, а это мотивирует работать лучше. ВК сделал очень много крутых мероприятий для сотрудников. Хочу рассказать о новогоднем квартирнике. Оказалось, что у нас в команде очень много заинтересованных людей, которые любят музыку и с удовольствием ее играют. Мы отыграли 3 песни, а этому предшествовало большое количество репетиций, общения и веселых моментов. Со многими этими людьми я до сих пор на связи, и мы с нетерпением ждем, что традиция квартирников и дальше будет продолжаться. Я в компании всего 2 месяца, но уже много чем успел воспользоваться. Хотя создается ощущение, что бонусы в компании какие-то бесконечные. Например, недавно рассказывал коллеге, что мне нужна юридическая помощь. Она говорит: «Воспользуйся сервисом «Понимаю». Я вообще думал, что это психологическая помощь, но она кинула ссылку на конкретного юриста, и я успешно воспользовался. И отдельно хочется рассказать про детские праздники. Я пришел в компанию, и практически сразу мы всей семьей попали на детскую елку. Это реально была сказка. Карусели, Дед Мороз, Снегурочка, разные активности, динопарк, зоны смешариков и, конечно, много бесплатной и вкусной еды. Вроде ребенка на праздник привели, а в итоге и сами были довольны и счастливы, и получили много эмоций.